В Кемерове следователи ищут свидетелей пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Очевидцев, которые находились в непосредственной близости к очагу возгорания, просят поделиться информацией, которой они располагают. В рамках уголовного дела идут выемки документов, в том числе в региональном управлении МЧС. В свою очередь, Росгвардия проводит масштабную проверку частных охранных предприятий, которая затронет более 5000 организаций. Уже выявлены вопиющие нарушения в деятельности кемеровского ЧОПа «Центра защиты». Как оказалось, он охранял «Зимнюю вишню» без лицензии и без прямой связи с полицией. Нарушая закон, ЧОП занимался и противопожарной безопасностью. При этом у его сотрудников не было ни навыков, ни экипировки для такой работы. Собственники «Центра защиты» не стали дожидаться отзыва лицензии и ликвидировали организацию сами.